Судебные приставы взыскали более 123 миллионов рублей с автовладельцев в прошлом году. Из них свыше 25 миллионов за вождение в нетрезвом виде. Изменения в кодекс об административных правонарушениях позволяют оплатить лишь половину штрафа в течение 20 дней с момента нарушения. Однако такая скидка не распространяется на грубые административные правонарушения. Речь идет о таких, как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования и все виды нарушений, совершенных повторно в течение одного года.